name of the Emperor. Finish this! Higher ground! We'll gain the advantage! Continue the assault! Reinforcements are coming! The monolith! We destroy that and this is over! Charge! Планета Кронос, со всех сторон окруженная бушующим морем войны, эта некогда спокойная колония превратилась в поле жестокой битвы. 7 армий сошлись на поле боя в одном мире, и каждая сторона не допускала мысли об отступлении, уверенной в своей правоте. Из зыбучих песков восстали некроны, древние машины, смысл существования которых состоит в уничтожении всего живого. Но появились и другие претенденты на планету. Из глубин варпа пришли демонические армады хаоса. Чтобы справиться с огромными силами, которые противостоят им, правители планеты Империи Тау бросили лучших солдат и боевые машины в горнило войны. Из могущественной Империи людей были присланы элитные части Имперской гвардии, которые должны отстоять Кронос во славу Императора. Подобно зеленому приливу, орды орков нахлынули на Кронос, не обращая внимания на противостояние людей, и сея лишь смерть и разрушение на своем пути. Эльдары, древние враги некронов, вышли из своих врат и продолжили свою извечную борьбу на Кронос. И последними пришли силы космодесанта, самые храбрые и мужественные солдаты Империи. Увидев мир, заполненный пришельцами и еретиками, они поклялись очистить его от скверны. Темный крестовый поход начался. Он может закончиться победой только одной из армий и полным поражением всех остальных. Космодесантники из Ордена Кровавых Воронов принесли волю Императора на Кронос. Выполняя личные указания командира Ордена и старшего библиотекаря, молодой брат-капитан Давиан Тул отдал приказ Кровавым Воронам провести полное очищение этой планеты.
Старший библиотекарь рассказал Тулу, что на Кроносе спрятаны древние святыни Ордена, артефакты таинственных первых лет существования Кровавых Воронов. Эти священные предметы ни в коем случае не должны были попасть в руки инопланетян. Капитан Тул приказал эвакуировать войска имперской гвардии, укрепившиеся в бухте Победы. Но губернатор Александр категорически отказался отозвать своих людей. Тул давно знал губернатора, но выбора не было. Оба они выполняли приказ. После неудачных переговоров и долгих раздумий капитан повел солдат на штурм укреплений Александра. Готовность кровавых воронов сражаться с солдатами Империума не осталась незамеченной. Поползли слухи, что реликвии Ордена на Кроносе скорее прокляты, нежели священны. Но только победивший в войне сможет ответить, какова на самом деле правда. Добро пожаловать в одиночную кампанию игры Dawn of War Dark Crusade. Этот учебник поможет вам совершить первые два хода в режиме кампании и ознакомить с ее новыми возможностями. Ваша основная задача – захватить планету Кронос, разбитую на 25 провинций. За один ход вы можете предпринять атаку только на одну провинцию. Все стратегические перемещения ваших войск по Кроносу вы будете производить при помощи этой карты кампании, а сами битвы будут происходить на боевых картах меньшего масштаба. В этой провинции находится ваш базовый лагерь, здесь расположена ваша столица. Отсюда вы начнете победное шествие по Кроносу. Если противнику удастся захватить эту провинцию, вам придется покинуть планету, а кампания будет проиграна. Сейчас ваш первый ход, и под вашим командованием находится только одна провинция. У ваших противников тоже есть по одному базовому лагерю, отмеченному флагом на карте кампании. Чтобы победить в кампании и захватить Кронос, вы должны занять все 6 базовых лагерей противника. Фигуркой командира обозначено положение вашей основной армии. Вы можете напасть на провинцию противника только в том случае, если она прилегает к провинции, в которой находится ваша армия, так что в зависимости от положения вашей армии меняются провинции, которые вы можете атаковать. Армии противника могут также атаковать только близлежащие провинции. Но есть исключение. Один из ваших врагов захватил космопорт в провинции Павонис, что дало ему возможность начинать наступление на любую провинцию на карте. Этими стрелками обозначены провинции, на которые вы можете напасть или куда вы можете переместить вашу армию. Красными стрелочками отмечены провинции, которые вы можете атаковать, а зелеными – ваши провинции, в которые вы можете переместить армию. Во время первого хода под вашим управлением находится только одна провинция, так что вы можете только атаковать провинции противника. Чтобы начать наступление на провинцию, щелкните на ней левой кнопкой мыши, после чего щелкните по кнопке «Атаковать» либо «Передислоцироваться» на правой панели. Давайте нападем на провинцию противника. Выберите провинцию и щелкните по кнопке «Атаковать». После того, как вы щелкнете левой кнопкой по провинции, на экране появится стрелочка. Разумеется, если у вас еще осталась возможность передислоцировать армию в этот ход.
На этом экране вы сможете ознакомиться с составом армии, которую вы ведете в атаку. И если вы измените свое решение и не будете атаковать выбранную провинцию, из этого экрана вы сможете вернуться к карте планеты. Так как это ваша первая наступательная операция, часть возможностей вам еще недоступна. Когда вы решите начать наступление, щелкните по кнопке «Атаковать». После этого действия вы перейдете к боевой карте игры, где и встретитесь лицом к лицу с противником. Каждый боец порадует ваших распоряжений. Запущена программа строительства номер 721. Запущена программа строительства номер 721. Я здесь, чтобы служить. Я жду ваших распоряжений. Император хранит нас. Ваше желание. Каждый боец брат мне. О, великолепный. Запущена программа строительства номер 721. На службу. Будьте внимательны, братья. Враг где-то неподалеку. Разведка ваше готова. Желание. Производим проникновение на территорию противника. Ваше желание. Я здесь, чтобы служить. Да, о великолепный. Пока враги императора все еще дышат, о мире не стоит к думать. Вашим услугам. Да, о великолепный. Я жду ваших распоряжений. Я здесь, чтобы служить. Защищаем объект. К вашим услугам. Производим проникновение на территорию противника. Я жду ваших распоряжений. Запущена программа строительства номер 721. Защищаем объект. Я жду ваших распоряжений. Подчиняюсь. Запущена программа строительства номер 721. Я здесь, чтобы служить. Разведка готова. Разведчики выдвигаются. Я здесь, чтобы служить.
Что я должен сделать? Я жду ваших распоряжений. Служение — смысл моего существования. Каждый боец — брат мне. Слава императору! Мы ждем приказа. Разведчики прибыли? Да, повелитель. Взвод космодесанта прибыл. В вашем распоряжении. Вперед к славе! Слава императору! Принимаю командование! Защищаем объект! Да, командир! Я чувствую опасность! Мы должны пойти другой дорогой! Да, о великолепный! Запущена программа строительства мутантов, мутантов, генетиков! Служба ему объединяет нас! За мной! Сегодня будет славный день в истории империи. Служу человечеству! За землю! Будьте внимательны, братья! Враг где-то неподалеку! Служу человечеству! Мы не знаем страха! Будьте внимательны, братья! Враг где-то неподалеку! Так точно! За императора! Сегодня враг узнает, что такое страх. За землю! Так точно! Я не подведу. Противник приближается! Захватить и удерживать! Служба ему объединяет нас. За императора! Так точно! Во славу императора! Вера и верность! Что я должен сделать? Император хранит нас! Император хранит нас! Бойтесь чужаков, мутантов, еретиков! Взвод космодесанта прибыл! По нам ведут огонь! Моя вера защитит меня! Мы готовы! Что я должен сделать? Я жду ваших распоряжений. Взвод космодесанта запущена программа строительства номер 721. Слава императору! Служба ему объединяет нас. Слава императору! Каждый боец — брат мне! Вера наш щит! Нам ведут огонь! Слава императору! За мной, солдаты, в атаку! Бойтесь чужаков, мутантов, еретиков! Вера наш щит! По нам ведут огонь! Вперед к славе!
повелитель. Да, повелитель. Запущено на прошлый день в истории империи. Будьте внимательны, братья. Враг где-то неподалеку. За императора! Я не подведу. По нам ведут огонь! Сегодня враг узнает, мы что такое страх. Императора. Служу человечеству! Мы избраны императором. Страх повергает веру. Страх повергает веру. Вера — наш щит. Безделье — суть ересь. Мы готовы. Так точно, лорд-командир? В атаку! Моя рука не дрогнет. Во славу императора! Вера и верность! Во славу ордена! За землю! Я не подведу! За землю! Есть! Моя рука не дрогнет! По нам ведут огонь! Мы не знаем страха! Моя рука не дрогнет! За императора! Во славу императора! Во славу ордена! Моя рука не дрогнет. За мной, солдаты, в атаку! За императора! Служба ему объединяет нас. Во славу императора! Так точно! Моя рука не дрогнет. Всегда бдительны! Сегодня враг узнает, что такое страх. Всегда бдительны. По нам ведут огонь. В атаку! В атаку! Космодесант, в атаку! В атаку!
Будьте внимательны, братья. Враг где-то неподалеку. Страх повергает веру. По мере того, как вы будете захватывать все больше и больше провинций, ваш командир будет получать дополнительное снаряжение. При этом вам не просто будет выдаваться какое-то снаряжение, а будет предлагаться список доступного снаряжения, из которого вы можете выбрать. Обратите внимание на то, что взяв некоторые виды снаряжения, вы получаете доступ к более продвинутому снаряжению этого типа. Поздравляем! Вы захватили вашу первую провинцию. Победа принесла вам какой-то вид снаряжения и дополнительные бонусы от обладания провинцией. Каждая провинция дает вам особые бонусы. Эти бонусы отображаются в правой панели после того, как вы выберете провинцию. После захвата определенных провинций вы сможете заказывать дополнительные подразделения, которые войдут в состав гвардии вашего командира. Заказанные гвардейские подразделения будут появляться на поле боя в самом его начале. Вы можете заказывать гвардейские подразделения или перезаказывать в случае уничтожения противником на командирском экране в меню нападения. Другие провинции дают вам специальные возможности. Например, захват пустошей Эреса даст вам возможность атаковать два раза за ход. Это захваченная вами провинция. Обратите внимание на то, что цвет провинции изменился на цвет вашего флага, а ваша основная армия передислоцировалась в эту провинцию. Когда вы захватываете провинцию, ваша основная армия всегда переходит в нее. Вы можете совершать нападение на провинции противника только один раз за ход, так что хорошо подумайте, куда сделать ход. Во время следующего хода вы сможете напасть на другую провинцию. Когда вы будете готовы передать ход противнику, нажмите кнопку «Конец хода». Теперь каждый из ваших противников сделает ход. Как и у вас, у каждой расы есть свой базовый лагерь и армия. За ход армия каждого из противников может начать наступление на соседнюю провинцию и усилить свои позиции в захваченных ранее провинциях. Обратите внимание на места, в которых находятся армии противника. Армии могут посылать подкрепления в соседние провинции, подвергшиеся нападению. Мы побеждены! Осознайте, слушайте!
Отступайте! Отходим! Отходим! В атаку! Пади перед моим гневом! Снова пришло время вашего... Вандейское побережье, некогда бывшее оживленным промышленным центром, с началом темного похода опустело. На некоторых фабриках в городах работа продолжалась, но большинство подземных обогатительных заводов было законсервировано Тао. С началом похода эти сооружения приобрели большое стратегическое значение. Стороны конфликта могли улучшить снабжение своих армий, захватив Вандейское побережье и разбудив спящих духов машин. Недели сражений сотрясали земли Вандеи, пока рабочие подключали к комплексам мощные источники питания, способные вдохнуть жизнь в давно не использовавшиеся фабрики. Лишь тот, кто захватит в свои руки побережье, получит хорошие шансы на победу во всей кампании. Каждый боец брат мне. Наш щит. Запущена программа строительства. Номер 721. Ваше желание. Я жду ваших распоряжений. Разведчики прибыли на службу. К вашим услугам. Производим проникновение на территорию противника. Разведчики прибыли на службу. За императора! В вашем распоряжении захватить и удерживать. К вашим услугам. Да, повелитель. Защищаем Защищаем взвод космодесанта. Ваше желание. Да, о великолепный. К вашим услугам. Производим проникновение на территорию желание. Противника. Направьте нас на сегодня врага. Враг узнает, что такое страх. Да, повелитель. За императора! Подчиняюсь. Запущена программа строительства номер 721. Да, повелитель. Слава императору! Сегодня враг узнает, что такое страх. Да, о великий император, хранит нас. Безделье суть есть. Что я должен сделать? Да, повелитель.
Я здесь, чтобы служить. Да, повелитель. Защищаем объекта. Запущена программа строительства номер 721. Сегодня будет славный день в истории империи. По нам ведут. К вашим услугам. Я чувствую опасность. Мы должны пойти другой дорогой. Моя рука не дрогнет. Да, командир. Бойтесь чужаков, мутантов, геретиков. Моя рука не дрогнет. Во славу императора. Моя рука вера защитит меня. В атаку! Служу человечеству. Служба его императору нас. Вера и верность. Я не подведу. В завод Азмир. Да, великолепный. Да, о великолепный. Безделье суть есть. В атаку! По нам ведут огонь! Боритесь нас! Взвод космодесанта прибыл. Вперед к вашему распоряжению. Зачистить, изгнать, уничтожить! Направьте нас на врага. Вера наш щит. Вера наш щит. За императора. Что я должен сделать? Да, о великолепный. Взвод разбит. Вера наш щит. Принять атакующее построение. Ваше распоряжение. Принять. Сегодня враг узнает, что такое страх. Мы готовы. Выдвигаемся. Слава императору! Огонь взвода восстановлен. Мы готовы. Пока враги императора все еще дышат, о мире не стоит думать. Я здесь, чтобы служить. Запущена программа строительства номер 721. За мной! Я здесь, чтобы служить. Запущена программа строительства номер 721. Мы избраны императором. Слава императору! Что прикажете? Моя вера защитит меня! Ваше распоряжение! Что я должен сделать? Так точно, лорд-командир. Так точно, лорд-командир.
Моя вера защитит меня! Да, повелитель. Я жду ваших распоряжений. Запущена программа строительства номер 721. Так точно, лорд-командир. По нам ведут... По славу императора! За мной! Служба ему объединяет нас. Так точно! Служба ему объединяет нас. Служба ему объединяет нас. Я здесь, чтобы служить. Я не выполнил свой долг. Запущена программа строительства номер 721. Что прикажете? Перегруппироваться! Приказы приняты. Я не выполнил свой долг. Зачистить! Изгнать! Уничтожить! В атаку! Приказ ясен, лорд-командир. По нам ведут огонь! Взвод разбит. Я жду ваших распоряжений. Направьте нас на врага. Да, о великолепный. Я здесь, чтобы служить. Да, повелитель. Служение — смысл моего существования. Как пожелаете. Служение — смысл моего существования. Повелитель. Да, повелитель. Как пожелаете. Да, о великолепный. Я служу императору. По нам ведут огонь. Да, о великолепный. Да, повелитель. Да, о великолепный. Я жду ваших распоряжений. Взвод космодесанта Марибо готовы. Император хранит нас. Пока враги императора все еще дышат, о мире не стоит думать. Каждый боец брат мы мне. Готовы. В вашем распоряжении. Зачистить, изгнать, уничтожить. Я здесь, чтобы служить. Боевой банан, вел огонь. Запущена программа строительства номер 721. Взвод космодесанта в вашем распоряжении. Храните бдительность, братья! Приказы приняты! Оружие к бою готово! Приказы приняты!
Бойтесь нас! Приказы приняты. Ожидаю приказаний. В атаку! Да, о великолепный. Будьте внимательны, братья. Враг где-то неподалеку. Взвод разбит. Ваши желания. Всегда бдительны. Да, повелитель. Я жду ваших распоряжений. По нам ведут огонь! Взвод разбит. Да, повелитель. Я здесь, чтобы служить. Как пожелаете. Как пожелаете. Взвод космонавтов прибыл. Всегда бдительны. Моя вера защитит меня. За мной! Сегодня будет славный день в истории империи. Сегодня будет славный день в истории империи. Я здесь, чтобы служить. Да, повелитель. Запущена программа строительства номер 720 ваших распоряжений. Да, о великолепный. Как пожелаете. Сегодня будет славный день в истории империи. Взвод разбит. Во славу императора! По нам ведут. Моя рука не дрогнет. Служу человечеству. Моя вера защитит меня. Моя рука не дрогнет. Космодесант, в атаку! Каждый боец враг мне. Я не выполнил свой долг. Служба ему объединяет нас. Вера и верность. Моя вера защитит меня. Служба ему объединяет нас. Перегруппироваться! Я здесь, чтобы служить. Сегодня враг узнает, что такое страх. Будьте внимательны, братья. Враг где-то неподалеку. Что я должен сделать? Я жду ваших распоряжений. Бойтесь чужаков, мутантов, еретиков. Да, великолепный. Запущена программа строительства номер 721. Да, повелитель. Да, о великолепный. Каждый боец брат мне. Да, о великолепный.
Да, повелитель. Как пожелаете. Что я должен сделать? Будьте внимательны, братья. Враг где-то неподалеку. За мной! Во славу ордена! Служу человечеству! Я не выполнил служу свой долг. Служу человечеству! Во славу императора! Перегруппироваться! Есть. Что я должен сделать? Моя рука не дрогнет. Император хранит нас. Моя вера защитит меня. По нам ведут огонь! Пока враги императора все еще дышат, о мире не стоит думать. Во славу императора! Служба ему объединяет нас. Мы не знаем страха. По нам ведут огонь! Сегодня враг узнает, что такое страх.